Одно заявление и несколько видов услуг. С 30 марта в МФЦ начнут предоставлять государственные и муниципальные услуги по единому запросу. Получить паспорт, оформить материнский капитал, зарегистрировать авто. По каждому из этих запросов сейчас нужно писать отдельное заявление. А это не в полной мере соответствует принципу одного окна. В прошлом месяце правительство страны утвердило список из 30 госуслуг, которые можно получить по одному заявлению. Это нововведение ускорит процесс и улучшит качество работы МФЦ. Для применения МФЦ, вот конкретно нашим городским МФЦ, всех положений федерального закона, необходимо внести в текущем 2018 году, работа такая непростая, внесение в документы на всех уровнях. Это и на федеральном, на государственном, муниципальном уровне. Надо изменить административные регламенты, соглашения взаимодействия и внести определенные поправки законодательства. Данная работа будет проводиться в течение всего 2018 года. И к концу года, к началу 2019 года уже в МФЦ будет действовать единое комплексное заявление.